стоит черный комор, йоу, камон, каждый комонне. День или полудень, быть в теме не колотим. Где бы ни было, демона нету второй день. В городе среди растений, не волнуйтесь за детей. Мы сами все намутим, иначе вы накормите не тем. Ради потех, брали радио, мы в ипотеку. С нами был вояк и не боялся даже рядом бегать. Пробуйте зайти в аптеку. Ни в один отдел я не хотел ходить одетым. И в один момент только я давал ответом. Нет награды с тех побед, заведовал завета. Нет привета никому, ведь нас никто и не просил говорить о том уже, где нету больше совести. Он не заснимет, но постиг. Простите, ведь он сам деградировал газ СМИ. Держал их в руках. Сколько можно уже ездить на работу? Сколько можно уже? Где наша свобода? Сколько можно уже ездить на работу? Сколько можно уже? Где наша свобода? Сколько можно уже ездить на работу? Сколько можно уже? Где наша свобода? Сколько можно уже ездить на работу? Где наша свобода? Она нам только снится. Лови этот момент, я откровенно уверяю. Стоит просто не понять, но вы внимательно следите. Но судите, кто как может, осторожно наблюдая. Проявить свое внимание бывает тяжело. Меня манила будто магия. Увы, могила каждому довольно откровенно. Это просто каламбур. Мы просыпаемся, мы рядом. Группа в окнах, да не будь. Привет и мао. Непременно вся планета позади. Письмо летело за собой. Советы снова вам на совесть. Надоело это все. Работа, статус, подпись, ручка. Перечит даже микроклимат. Повторюсь, лови момент. Искома масса впечатлений. Отражение твое, как назовут. Тут нет района. Потравили в припаутке. Слово дальше, как трибьют. Сколько можно говорить одно и то же? Сколько можно быть на каждого похожим? Сколько можно приходить попозже? Сколько можно уже подумай о хорошем? Сколько можно говорить одно и то же? Сколько можно быть на каждого похожим? Сколько можно приходить попозже? Сколько можно уже подумай о хорошем? Когда ты в панике и налегаешь на динамике, парень, пытаешься забыться, ведь завтра день крайний перед рабочим, и ты этим очень озабочен, и не знаешь, как самому себе помочь. Конечно, это не для всех, ведь есть резерв, который выходит на свет, когда больше сил нет. И для меня не секрет, не неси бред. Много на самом деле вариантов на этой земле. По такому же графику работает большинство. И избавиться от этого поможет ствол или волшебство. Найди кумира и думай, типа, он же смог. Будь проинформирован, говорит Данила вам с улицы Вавилова. Вылови навар, чтобы превалировал. Ведь это не говно, брат, не гони нормал. Рыбак в подворотне, мигом кидани в карман. Новогодний формат, и нам не нужен тайм-аут. Если будешь против, то получишь по ебалу. Нас по-прежнему немало, но разбежались по делам. Кто-то купит Кадиллак, кому-то дома на диван. А кому-то путь в ад, за себя скажу хуй вам. Ведь планов уйма. Либо один пойду, либо вдвоем. Либо будет гурьба пацанов с района. Нахуй работу, нахуй работу, нахуй работу.